Доброе утро. Мы сегодня воскресенье, мы находимся в открытом аквапарке в Польше. И нас банда, целых 7 человек. Я, Валя, Паша, Таня, Игорь, Лена и Янчика. Сейчас пойдем наверх на самые высокие горочки. Ну как самые высокие? Не особо. В Кирилловке, конечно, повыше будет. Ну такое, для разнообразия пойдет, конечно. Взял с собой принадлежности. Hello! Панство, шановне панство! Только что на какой катались? Пешком. Это та, которая маленькая, снизу? В общем, ребят, пока покатаемся, часик, наверное, на горке, потом пойдем позагораем. Ребят, а вы куда пошли? Тут еще прикольно, есть такой бар мини. Я пошел, короче, на этой маленькой, наверное, еще прокачусь. Стоит? Стоит? Да? Я туда пошел. Сейчас будем, ребят, кататься на вот этой горке маленькой. Вроде маленькая, но сейчас попробуем, как она действует.
пока наверху. Сейчас покажу вам вид сверху, прикольный. Такие размеры небольшие, в принципе. Также он для детей есть, развлекательный комплекс. Есть еще один такой бар, открытый. Также есть лежаки на улице, мы уже там заняли заранее. Сейчас пойдем туда позагораем чуть-чуть, на горках уже покатались. Вон и волны пошли искусственно. Цена билета 39 злотых 3 часа и 49 злотых на целый день. Ну, взяли на целый день, потому как 3 часа. Каждый раз смотреть на часы, на время. Тыкаться, мыкаться. Он целый день взял, спокойно катается. Также, ребят, выдают такие часы. Это для шкафчиков. Подносишь, открывается. Так же само закрывается. Удобная, прикольная штука. Сейчас пойдем, я вам на улицу покажу тоже. Бассейн есть. А вот и горочки. Также тут два небольших бассейна, куча лежаков. А вон наши лежаки на той стороне. О, акваэробика. Прикольно, можно по месту аэробикой позаниматься. Так, в общем-то, что-то ребят здесь нету, я пока их подожду. Помимо акваэробики еще сауна, бассейн и аквапарк на целый день. И так же самое за 39 злотых, если брать на 3 часа, то же самое. В общем, все включено, инклюзив. Опа, Янка пошла акваэробика заниматься. Пойду сниму наших аквабратистов, сука. До правой стороны. И до левой. Акробатисты аква. На улице назагорались, идет туча. Смотрите, какая здоровая, огромная, темная. Сейчас будет ливень, просто лить жесткий. Сейчас людей еще будет больше, это просто жесть будет. Людей один на одном, прям как в Кирилловке просто, именно как муравьи. После обеда еще больше стало. Я там такую тучу заснял, это просто жесть. Ты крем забрал? Да. Приятного аппетита. Чего? Хочешь начаться? Нет. Валюха!
Ночью начну выходить смену, мне еще надо отдохнуть, покушать.